Франция полностью уважает давние ограничительные меры, введенные ОБСЕ в отношении экспорта оружия в Армению и Азербайджан, заявил Трент, посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, комментируя сообщения армянских СМИ о якобы договоренности между Парижем и Ереваном об углублении сотрудничества в сфере обороны. «Информация, на которую вы ссылаетесь, неверна и вводит в заблуждение. Франция полностью уважает давние ограничительные меры, введенные ОБСЕ в отношении экспорта оружия в Армению и Азербайджан. И Армения, и Азербайджан четко определили иностранных поставщиков военной продукции. Эти поставщики всем хорошо известны», — сказал посол. Гросс подчеркнул, что у Армении и Азербайджана также есть оборонные соглашения с региональными державами. «Таких договоренностей с Францией ни у Армении, ни у Азербайджана нет. Это соответствует беспристрастному подходу Франции к безопасности в регионе. Франция совершенно беспристрастна в выполнении своего мандата в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ», — отметил он.